Жарите шашлыки, да? Ну, с этих хохлядских шашлыков делаете. Бейте вы их, бейте этих гадов. Бейте на шашлыках всех. На шашлыках всех, гады. У меня все, на что я спокойно относилась, теперь ненавидеть их начала. После всего, что они делают, гады. Чему этот парад этот вообще нахрен он нужен? Прямо позорно это все. Это душевно, больно на душе. Нет. Ну, почему-то он решил провести его. Ну, у всех настроений нету с этим все, что вот это все связано. Дебилизм полный. Ну, вообще у людей настрой плохой у всех. У всех настроения нету. Все какие-то поникшие ходят, грустные. Ну, большая часть людей, да, они понимают, что и с работой туго сейчас настало с этой хренью, санкции. Санкциями этими. Ну, короче, херня одна. Цены такие здоровенные.